24 года, как мы установили дипломатические отношения. Да. Словакия развивается в составе Европейского Союза. Вы знаете, что у нас с Европейским Союзом очень большие экономические связи, почти половина нашего товарооборота. И мы подписали соглашение сотрудничества. Двухсторонние связи надо нам активизировать. Надеюсь, что ваш визит, встреча, переговоры позволят узнать новые стороны возможностей наших стран. Большое спасибо, господин президент. Очень хочу поблагодарить за возможность встретиться с вами и передать самые теплые приветствия от главы нашего государства, господина президента Киски. И одна из целей визита как раз договориться о регулярных контактах и политическом диалоге. Я хочу поздравить вас с 25-й годовщиной независимости Республики Казахстан и с огромными успехами, которые вы добились на этом пути, благодаря политической стабильности и экономическому, социальному развитию. Казахстан, несомненно, лидер региона Центральной Азии. Мы заинтересованы в самых хороших отношениях и сотрудничестве с вашей страной, и это одна из целей моего визита.